На 14 ступеней поднялся Азербайджан в индексе глобальной конкурентоспособности талантов 2019. Республика заняла 43-е место среди 125 участников. Рейтинг оценивает возможности стран и городов по развитию человеческого капитала и способности привлекать талантливых работников. Параметры индекса – условия на рынке труда, шансы для карьерного роста, уровень образования и навыков сотрудников. По итогам рейтинга Азербайджан стал лидером на постсоветском пространстве за исключением стран Балтии. В 2017 году Азербайджан в этом рейтинге занимал 66-ю строчку, в 2018 году – 57-ю. Теперь же наша страна укрепила свои позиции на 14 ступеней и оказалась на 43-м месте. По созданным для талантов условиям мы занимаем 48-е место, по их привлечению – 44-е, по обеспечению пребывания талантов в стране – 41-е, а по высокой специализации – 68-е место.